Всем привет. Сегодня попробуем телепортироваться с помощью газонокосилок. Этот эксперимент не всегда получается, но надеюсь получится. Вот наши газонокосилки. Ой. Куда-то улетело. О. Завис. Получилось с газонокосилкой и мячиком. Надо прыгать. Подпрыгивать и нажимать попеременно вот эти предметы. О, вот я и в космосе. Метеориты. Вон наш остров. Сейчас мы залетим в эту голубую сферу. То есть меня, получается, до космоса выкинуло. Сейчас чернота пропадет. Так, пробуем еще раз, потому что должно получаться без космоса нормально, что меня подкидывает в разные места. Пока что получается только с газонокосилкой. Можно сейчас что-нибудь попробовать, типа швабра. Нет, можно ключ. Ключ и газонокосилка. Интересно, что получится. Так, пока ничего. Выбросили ключ. Газонокосилка и капкан. О, телепортировался от соседа. А. Ну вот типа того. Попробуем еще раз. Сейчас возьму швабру и газонокосилку. Ну, потому что с двумя газонокосилками получается, но очень быстро начинает глючить игра. О, сразу же получилось. Получилось. Не быстро, причем можно даже это делать. Можно очень медленно.
еще раз подкинула. Все начинает глючить. Прячемся от соседа. О, спрятался в космосе. Самый лучший способ, он меня здесь не достанет. Ладно, всем пока. Эксперимент получился частично. Меня часто выкидывает в космос, но по крайней мере меня подкидывало над землей. С помощью предметов. Так что отключаюсь.